Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Алексей Кукушкин. Сегодня все только и говорят о преимуществах бонусной карты премиального клиента компании Vision. Давайте несколько минут поговорим о том, как эта бонусная карта помогает людям в деле построения клиентской сети для расширения бизнеса. Ну, или если вы уже серьезный партнер компании Vision, то как такая карта поможет вам в построении ваших квалификаций? В частности, в построении такой важной квалификации, как VIP. Как вы уже слышали, вы можете рекомендовать своим знакомым, родственникам воспользоваться всеми преимуществами, которыми обладают держатели бонусных карт компании Vision. Фактически, вы можете позвонить своему потенциальному клиенту и предложить ему полезный подарок. Подарки любят почти все люди, и мало кто откажется от вашего предложения. То же самое могут делать ваши партнеры и даже обыкновенные клиенты, которые оценят качество продукции Vision. Дело в том, что с первой покупкой новому клиенту будет в качестве комплимента от компании вручаться несколько таких карт, чтобы он мог предложить пользоваться понравившимися товарами и услугами своим родственникам и знакомым. Так, сейчас я поменяю рисунок этой милой девушки на более схематичный, для большей наглядности, и мы двинемся дальше. Представьте себе, что в результате множества рекомендаций у вас выстроится сеть из потенциальных клиентов. Давайте посмотрим несколько простых теоретических примеров того, как эта схема может сработать. Я хочу сейчас ввести в эту схему новое действующее лицо, этого зелененького человечка. Пусть это будет клиент с минимальной покупкой на 47,5 CV. Итак, что произойдет, если, к примеру, четверо из ваших клиентов приобретут в любом торговом представительстве компании или в глобальном интернет-магазине, ну, пусть даже минимально возможное количество продукции? В этом случае, конечно, если вы сами тоже что-то покупали в этом месяце, баллы, соответствующие размеру покупок клиентов, приплюсуются к вашему личному объему покупки. Эти баллы называются CV. Обратите внимание, совершенно не важно, на каком уровне от вас находится клиент, который сделал покупку. Все баллы клиентов, они плюсуются первому в цепочке старшему консультанту, каким на данный момент являетесь вы. Конечно, вам в этот момент остается только радоваться, так как помимо того, что все эти баллы входят в ваш личный объем, существует еще и специальный бонусный счет, на который вам начисляется так называемый клиентский бонус, фактически виртуальные деньги, на которые вы сможете в следующих месяцах делать свои покупки. Ну, давайте не отвлекаться, возвращаем такую вот начальную схему и давайте рассмотрим другой пример. Представьте, что в этой схеме гораздо большее количество людей решила купить нужную им продукцию, например, 20 человек. Что произойдет в этом случае? И в этом случае точно так же все баллы за покупки ваших клиентов войдут в ваш личный объем покупки. Ну, фактически это все поднимается вот так, как вам в первую линию, даже не в первую линию, а лично в ваш объем. Когда вы просто клиент, эти баллы, ну, особенно вам не нужны. А вот когда речь идет о карьере в партнерской программе, это очень серьезное подспорье. Итак, баллы за покупки ваших клиентов плюсуются и входят в ваш личный объем. Еще раз обратите внимание, совершенно безразлично, на какой глубине от вас сделал покупку ваш клиент. Это происходит за счет так называемой полной динамической компрессии. Таким образом, только за то, что вы когда-то активно рассказали своим знакомым о бонусной карте, с помощью которой можно со значительной скидкой приобретать полезную продукцию, вы получаете 997,5 CV, которые входят в личный объем вашей покупки. Ну что же, двигаемся дальше. Помните, мы говорили о том, что этих клиентов вы приглашали вместе со своими партнерами, старшими консультантами. Давайте обозначим их красным цветом. Старшими консультантами могут быть как ваши партнеры в этом бизнесе,
Так кто-то из ваших клиентов, которые за счет привлечения новых клиентов набрали, ну, личных объемов или личного объема достаточно для того, чтобы стать старшим консультантом, то есть набрали 190 CV. И снова я обращаю ваше внимание на то, что совершенно неважно, в каком поколении и на какой глубине организации от вас находится ваш старший консультант. За счет полной динамической компрессии все они поднимаются в первое поколение к ближайшему старшему консультанту, то есть к вам. Так же, как и 20 ваших клиентов, заказы которых составляют ваш личный объем, эти старшие консультанты на вашей первой линии входят в вашу квалификацию VIP. Таким образом, вы приобретаете не только необходимый объем баллов, но и 4, а может быть и более старших консультантов у себя на первом уровне. А вы помните, что по условиям компании стать VIP и начать получать все связанные с этим бонусы и привилегии может тот старший консультант, у которого в данном месяце есть на первом поколении 3 старших консультанта. И суммарный личный и групповой объем покупок, у которого равен или больше 1140 CV. Ну вот и все. В завершении моего небольшого выступления мне хочется заметить, что сегодня стало как никогда просто выстраивать свою клиентскую сеть и квалификации в компании с помощью такого удобного инструмента, как премиальная карта. И понятное дело, что чем больше будет у вас клиентов, а у них в свою очередь их клиентов, тем больше у вас появится новых партнеров, старших консультантов, и тем стремительнее станет развиваться ваш бизнес. Я думаю, что самые сообразительные из вас уже начали составлять списки своих знакомых, которым они смогут срочно позвонить и предложить премиальную бонусную карту Vision, даже не дожидаясь того, когда эта карта окажется у вас в руках. Ведь можно позвонить и предложить человеку просто заполнить анкету на получение этой карты, а саму карту вручить потом. Но это уже другой разговор. И о том, как наиболее эффективно работать с бонусными картами, как создавать огромные группы клиентов, об этом и о многом другом, полезном для общего развития, мы говорим на специальных обучающих встречах с нашими партнерами внутри специальной пошаговой бизнес-системы. Чаще всего с теми, кто уже имеет статус старшего консультанта в компании Vision, кто видит для себя реальную перспективу развития этого бизнеса и кто готов и хочет заработать такие деньги, которым многие наши соотечественники могут только позавидовать. Спасибо за внимание. С вами был Алексей Кукушкин. До новых встреч.